Для начала порисуем ирис из одного-двух цветов, чтобы было попроще ориентироваться. И водичкой рисуем первый лепесточек, широкий. Мы его рисуем чуть в сторону от центра. Чуть влево, видите, да? Сейчас дождемся, как водичка начнет впитываться. И нанесем точечно цвет у основания. У меня индиго смешанный с серым или с черным. Промываем кисточку и помогаем границам цвета чуть быстрее распределиться. Кое-где можем подправить внешнюю границу. У основания зеленого цвета еще добавила. Снова водичкой рисуем лепесточек. Он будет чуть уже, изогнутый. И обязательно присоединяется вот здесь к нашей точечке. Делаем внешнюю границу, добавляем сверху цвет, промываем кисть и помогаем этому цвету дотянуться до основания. И добавляем немножко зеленого у основания. Следующий листик. Достаточно большой и широкий. Наносим цвет с краю. Немножко протягиваем и у основания. Промыли кисть, почти убрали всю воду с кисточки и помогаем цвету более плавно распределиться. И еще один лепесточек, он смотрит сначала вверх и затем заворачивает вниз. В двух местах ставим цвет, зеленый также у основания добавим. Я вижу, что у меня с кончика не так много плотности, добавлю еще. Остается дорисовать стебелек. Плотный или прозрачный, здесь как вам нравится. 50 на 50 я разведу краску, нарисую чуть потолще цветоложе и вытяну тонкий неровный стебелек. Он у меня получился неровный, поэтому я еще, чтобы визуально выровнять, добавлю тончайший листик, вот так, травинку. Вот такой прекрасный, максимально быстрый ирис.